хочу рассказать о том, что мята бывает разная. Что мы предлагаем в качестве мят в Спасском питомнике? Это мята шоколадная, контейнер 1,2. Мята джинджер, вот она такая варигатная, замечательная. Клубничная мята, у нее есть устойчивый запах лесных ягод, просто отлично в зимний период, да, ну и в любой период к чаю. Эта мятка называется Якима. Говорят, что она похожа по вкусу, по запаху, по насыщенности на самую мятную жвачку. Ну да, у нее действительно насыщенный такой запах перечной мяты. А вот это марокканская мята. У нее мягкий, приятный вкус мяты, но еще и ментоловый такой холодящий оттенок. Это именно та мята, которую кладут в коктейль мохито. Вот это мята Криспа. Она замечательна тем, что имеет, ну, такой насыщенный запах мяты, но к тому же вот такие вот кучерявые побеги. А вот это одна из моих любимых, апельсиновая мята. У нее и запах мяты, и запах цитруса. Создает бодрящее, классное настроение, вопреки мнению о мяте, что она действует успокаивающе. Обалденно разрастается и отлично себя чувствует в контейнере. Как, собственно, и любая из них. Вот так замечательно это выглядит на стенде. Контейнер с мятой может быть также и 3-литровым. Итак. Контейнер 1,2, розничная цена 20 гривен, контейнер 3 литра, розничная цена 35 гривен. По мятам это пока все. Спасибо!